Хей, йога, с вами Шумаки, мы продолжаем проходить игру под названием Грешник. Блин, короче, я сдох в ядах. Только я все равно не понял, куда мне тогда идти. И да, я так и не понял, как мне получить еще одну флягу. Хотя она у меня есть в инвентаре. Что самое странное. Она есть у меня, но я не могу ей воспользоваться. Что за бред? Да, в воде прыгать вообще не актив. Тогда у меня есть такой вариант. Я сейчас просто туда бегу, забираю то, что мне принадлежит, и убегаю. Ай-яй, все, сдох. Ну, как вы видите, да, здесь что-то непонятное. То есть я запрыгнуть там не могу. Это потому что мне урон наносится, я же не могу держаться, да? Точно, точно, точно. Точно, точно, точно. Сейчас я об этом забыл. Ладно. Тут у нас недалеко, тут сразу впритык. Точно. Я забыл, что еще здесь. Ладно. Одно попадание кислоты не страшно. Так, вон. Так, отлично. Так, и того мне получается сейчас наверх, да? Просто нужно вернуться. Так, тут этот призыватель. Колокольчик. Колокольчик. Пастернак. Погнали в эту сторону. Мне все равно не нравится то, что здесь вода. А, они хоть так вот так взрываются. Ни хрена себе! А я, короче, понял, что нужно быстро это дело проходить. А я его не убил, зато его он призывает. Не, ну взрыв. Понятно. Круто. Ладно, теперь в обратную сторону. А, то есть, когда ты в воде, он вообще не цепляется ни за что. Окей, буду знать. Так, поехали. Тогда нам сюда. А, здесь у нас тоже, да, был яд? Да. ХП у меня больше нету, замечу. Все, что есть, имеется сейчас. Это где-то рядом.
Колокол не перестает звонить. Я слышу звон его даже... Блять. Я слышу его даже в снах своих. Руки мои поклоняются язвам от вечного копания. Он должен быть где-то рядом. Еще одна язва. Я слышу, что он рядом. Нет, нет, нет. Все, я понял. Окей. Сейф. Плес. Наполните пустую склянку для желчи. Стой, может вот это оно? А ну-ка. Вон. Оно, то есть нужно здесь пополнять. Чтобы мне восполнило. Все, тогда ясно. Все, спасибо. Буду знать. Короче, нужно вот такие вот искать. И здесь у них пополнять. Да. А вот это не возьму, потому что я не могу цепляться. Найс. Отлично. GG. Так, ну и туда, да, был проход? Я думал, они только в воде шастают. Оказывается, нифига. Блин, еще немного. Так, я чего это проход? Главное, чтобы не к боссу. А, классно. Еще одна локация. Очередная. Очередная локация. Альбера. Пяточная кость разбойника Персиана. Персиан, который боялся земляки, нападали на путников, не различая ни бедных, ни богатых. И всегда один. Когда он приполз в Альбера, будучи на грани смерти, никто над ним не жалился. Здесь получается секретный проход, да? Да. Изи. Мне кажется, лучше сначала сходить сохраниться. После все остальное. А, стой, я же могу сохраниться здесь, да? Это что же как сохранка? Или это так не работает? Нет, это так не работает. Ладно. Сори. Ну, если бы я банку тогда не использовал, да, чтобы типа восполнить, я бы уже мог прокачать себе полет-удар. Мне кажется, мы в этой серии с вами все сделаем. Прокачаемся. Только что меня интересует. Это при убийстве третьего. Стоп, а я могу пойти сейчас туда. И там открыть врата. Ладно, я все равно, по идее, найду еще порталы. Да. То пока что идем в канализацию. Я канализацию до конца доизучу. Потому что здесь, видите, можно находить всякие те артефакты. Если в Минория... Конечно, Минория сейчас, наверное, уже не выходит. А, только монетки были, которые можно найти, да? То здесь, вместо, кроме монеток, есть нужные нам предметы. Эти артефакты, эти косточки. Все, что нужно. Это нужные вещи.
Так, хорошо, здесь мне нужно будет сейчас... Сейчас было стрёмно немного. Ладно. Так, нам получается сколько нужно? 700 экспы. Ладно, полетели. Он ли вправо, он ли... А, вот здесь, да, у нас эти хери появлялись. Ну, они пока, короче, появляются нормально. Так, наверх. Здесь мне, как вы видите, кровь нужна, да? Ай-яй. Отлично. О, сраная вода. Неужто я ваншочу? Мой меч стал сильнее. Да. Да. Снова. Круто. Что сказать? То есть мне нужен артефакт. Кроме артефакта мне еще нужен этот. Как он называется? Артефакт прокачка урона в воздухе, чтобы я мог драться. Да, это круто. И получается, мы все равно идем в ту пещеру, да? А, нет, мы еще сюда вниз идем. Ха, странно то, что я очень вниз спускаюсь далеко. Так, ладно, один проход есть. Ладно, хил. Интересно, что я здесь делаю. Открываю врата, да, просто? Добро. И вуаль черной печали. Вуаль черной печали. Темная ткань все еще мягкая и шелковистая. На ощупь, хоть и прошло столько лет, это один из трех предметов, оставшийся после незаконченного обряда. Раны от нарушения клятвы исцеляются редко. Номер два. Никто не знает, о чем молили они в тот молитвенный, или почему не хотели выходить замуж. Чудо с его прискорбными планами пришло сестра на помощь. Если это, конечно, можно называть помощью. Так, подождите, у меня шоу два предмета? Нет. Блин, нужно сходить, будет ключ еще использовать. Как раз можем сбегать, если у нас время есть. А, стоп, я еще вниз не ходил, точно. Забыл, сори. А у меня же только этих нету. Хилок. Вот оно что. Понятно. Тогда да. Тут немного безвыходно.
Да-да, тут немного безвыходная ситуация. А ничего, да, что я не могу зацепиться за эти поручни, хотя за каменные я могу цепляться. Ладно. Так задумано игрой. А вот здесь я смог зацепиться, странно. Все это странно. Вай. Ну, погнали, короче, там, где мы врата сейчас откроем. Потому что мне кажется, там именно то, что мне сейчас нужно. А именно там какой-то будет артефакт. Потому что под локацией я не думаю, что есть такое в игре. А, и я еще сюда не ходил, точно. Тогда делаем вот таким образом. Мы идем сюда. Если здесь сейчас быстро все сделаем, я возвращаюсь сюда, в склеп захожу, не знаю, что там. Но там скелеты были, поэтому это склеп я это назову. И бронзовый предел пойдем. Все, мы, короче, все придумали, все делаем. А можно, знаете, что еще как поступить? Немного поискать, сходить душ. Нужно будет еще сюда залететь. Может, там этот есть. Как он называется? Блять. Как он называется? Забыл. Ладно, не суть. Значит, не важно. Ну, важно то, что заключается там. А именно... В смысле? Я запрыгнуть не могу? Серьезно? Не, вот эти враги меня бесят. Короче... В принципе, я могу и на них потихоньку набивать. Тогда их нужно убивать. Дам-дам-дам. Скоро пробежим. Скоро будем на месте. Так, хп у меня немного отнялось. Ну ладно, это не страшно. Ой, подожди, может мне реликвии дали, нет? Нет. Прокачку... Ну, блядь, еще 500 нужно. Во, поехали. Сейчас посмотрим, что здесь. Кровь увековечена в песке. Вот оно, ребята, вот это. Сохраненная кровь с чудесными свойствами. Ее владелец при ходьбе видит новые пути, ранее скрытые от его взора. Чудо поистине необъяснимо и никому не ведомо происхождение этой крови, которая водоворотом крутится вокруг ног обладателя. Вот. Возьми эту сумму и наполни ее песком. Пропитай его кровью, что течет из ужасной ран сих, дабы побагровел он. И узришь ты путь через сухие земли сии к тем путям, что еще жду тебя. А теперь оставь меня, я хочу произнести свои молитвы, ибо скоро стану я как сухой сок тех корней, что болезненно объяли отца нашего. Вот, ребят, вот теперь... Вот теперь мы можем ходить по красным этим херням. И первое, где это было, это в самом начале, где кто-то был прикован к чему-то там. Ну, сейчас, короче, увидите. Попозже сохранюсь. Но мне все равно нужно научиться, как взлетать. Или
Как-то так можно это назвать. Чтобы пройти дальше. Там тело, но я не знаю, есть смысл ли подниматься и слушать, что он говорит. Но, скорее всего, я просто увижу полностью вот это, кто там прикован. О, видите? А, классно. Найс. Да, найс. Что-то я об этом вот не подумал. Что туда мне не попасть. Подожди, а как мне тогда туда попасть? Мне откуда мне тогда туда идти? Подождите. Мне тогда нужно научиться все-таки полету, чтобы взлететь. Или двойной прыжок я получу. Ладно, идем на болото, там тоже было. А, еще болото было у нас, а в горах у нас было. Еще где-то я помню. Полетели. Так, поехали. Вот как раз первый, который нам нужно было, кровь. Хоп, хоп, хоп. Все, получено. Так, раскрашенная деревянная бусина. Шарик, покрытый желтым лаком. Облупившая краска оказывается на происхождении древесины. Это каменный дуб из леса на священном пути. Может восстанавливать здоровье при разрушении окружающих предметов. О, вот это интересно. Это паломнические пути мы называем тропой. Наши повозки переживают здесь давно, и следы от колес стали такими глубокими, что обнажили меловой песок, лежащий под густыми лесом. И если посмотреть сверху, похоже тропа на длинную линию цвета охры, пересекающая леса. Ну, в принципе... Блин, а где мне искать остальные кусочки для этих четок? Да я еще ни одной не нашел. Это плохо. Это очень плохо. А, добивание только что было. Короче, он берет колесо. И вот так голову отсекает. А потом голову раздавливает. Эх, ладно. Жаль, я не показал. Что-то я забыл про эту вещь. А, ну. Я, короче, все-таки вернулся. И мы с вами пойдем, как куда я говорил тогда. Вот сюда. Там, где проход куда-то. Мне нужен либо двойной прыжок, либо что-то типа того, потому что в горы я туда пойду, когда научусь летать. Либо типа того. Снова же. Вон оно что. Это гробница для этих косточек. И, скорее всего, если я все соберу, мне вот здесь что-то дадут. А что, скорее всего, либо улучшенный меч. То, что все-таки на земле не валяются все косточки. Либо те в того. Ладно, сейчас у нас новая локация начнется. Блин, ай. Немножко нужно было душ. А я не могу нигде найти. Ладно, полетели. В следующий раз найдем. Он ваншотится. Да, он не сложный, потому что снаряды то ломаются его. И это его слабость. Это очень большая слабость его, поверьте. Так. Поясная часть. Поясная косточка кузнеца Ходжеса. Кузнец Брэндон Ходжес ковал один из самых прекрасных доспехов в Кастадии, который носил даже бойцы Миропомазонного легиона. Судьбой было предназначено, что убили оружием его же, собственного изготовления. О, подожди, пока я сюда не ушел.
Внизу точно ничего нету. Я теперь буду и такие вещи проверять. Что фиг его знает. Типа и есть проход, и нет прохода, знаете. Найс. Так, у меня осталось вообще нихера. Поэтому я сейчас пойду на поверхность и убью лучше обычных врагов, чтобы апнуть себе атаку. Изи. Чисто ровно. 7000. Ровно. Ну что, давайте посмотрим, как я буду на этот раз теперь атаковать. Так, а мне нужно вот это. Вверх и атака. Не, это не весело. Нажмите В после завершения комбинации из трех ударов. Так это после завершения. Что за дерьмо? Найс. Я вас понял. Отлично, отлично, отлично. Найс. Ну чё, давайте посмотрим, как оно работает. И... нет. Хотя, не, знаете... типа, он взлетает... он взлетает. Ну и все. Единственное, что он делает, то он взлетает. И все. И все. Ладно. Я надеялся на большее. Действительно. На что я надеялся? То, что я смогу научиться летать? Да. А, вот этот был чел. Я помню, да. Да, этот был. Я почему-то подумал, что этот именно вот такой враг, это был в этом. Ой, как он там, игра называлась. Догма как-то. Догма что-то там. Да уж. Так, полетели. О. Рассеченный человек. И да, вот мы идем в какую-то яму. Нужно так, да, сделать. Да. Хлоп. Хлоп.
как-то просто. Так что я там получил? Защитная перпетвы. Защита перпетвы. Полоска кроваво-красной ткани, крепко скрученной и надушенная древним маслом. Воины Мирамазонова легионом обматывали такими мягкими лентами, смоченными в защитных маслах, которые сильно контролировались их тяжелыми доспехами. Решительность ее бывшего хозяина обеспечивает защиту от ударов молнии. Ну, от ударов молнии, алло. Эздрас, говоришь? Спросил солдат, этот безумец не смог пережить смерти сестры. Он все еще разговаривает с ней, словно она стоит рядом. Иногда даже кажется, будто они спорят. Он давно куда-то пропал, и с тех пор его никто не видел. И загорелось, заметь. А ну хотя, может, это просто молния ударила в центр. Почему нет? У вас нет подношения? Запомнил, хорошо. Сюда нужно какие-то подношения. Уголь. Точно. О, мужик здоров. О, кающийся. Пойдем разными путями под одним небом. И нет у нас дела иного. И нет у нас имени иного. Меня зовут Реданто. Я босоногий паломник из ордена преклонителей колен. Молю, не сочти оскорблением, что не смотрю в лик твой, ибо всегда мы кланяемся к земле, дабы не открываться очи от пути. Такова наша древняя заповедь. Мы с нами переходом Хондо, великим сложенным сожженным колоколом, вздвинувшим вверх ногами, дабы звон его стряснул с землю и достигнули до дальних стран. Ныне Хондо вновь звучит глубоким триединым стоном, разрушающее эхо между его ширными спиралями и кругами. Я сейчас, знаете, понял, а если бы мы пошли по мосту, мы, скорее всего, бы никуда не пришли, потому что там может быть заперто. Стопы мои жаждут перейти на ту сторону. Всей древние равнины, там лежит следующая цель пути моего. О, грехи мои, кто мне поможет? Я остановлюсь здесь, в поисках пути на другую сторону, дабы продолжить покаяние мое в странстве. Ах, пусть это тебе не потревожит, кающийся от вины, ибо ноги мои найдут свой путь долгожданный. Кающийся, пусть дело твое не успеет, но ни дух твой, ни тело твое. Ну, хочу, чтобы я, короче, ему это сделал и... Ага, я еще должен его буду защищать? Защиту? Ты хочешь, чтобы я тебя еще защищал? Окей. Хондо. А, я помню, только тогда были какие-то другие, кажется, да, вещи? Они типа двигались туда-сюда. Да-да. Они вообще все изменили, я вижу. Так, хорошо. Что это у нас? Лопатка. Лопаточная кость палача Карсола. Его ненависть к людям была так же велика, как любовь к животным. Когда ему приказали казнить собаку, которую покусала епископа, Карлос в первый и в последний раз в своей жизни отказался. Да, жалко собачку. Ладно, хилимся. Найс. А, так это ты отвечаешь за удары. Теперь я понял, кто виновен во всем.
И откуда вы, блядь, повылетали? Или, может быть, их испугало это? А чё-то у меня такое чувство, что меня это может раздавить. И что лучше не... Вот опять корень, мне нужна какая-то херь, с помощью чего-то. Какие-то корни. Ладно. Еще две банки остались. Еще две баночки. Ну, мне повезло, у меня тут сохранялка нашлась. Хм, и как раз он восстановился. Так, ладно. Например, я туда не поеду, да? А, и допрыгнуть я тоже не смог. Ладно. Не велика победа. Ой, стой, я уже время. Давайте тогда я на этом и закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.